когда там кончилось, это цех восстановили, пятый, нас перевели сюда. А там, в третьем цехе, начали делать бомбы, пятисотки. Мы здесь по трое суток, нас не выпускали из завода, из цеха даже. День и ночь работали. Я помню, как пришел я после этой недели, как лег спать, я целые двое суток не просыпался.